Всем привет! Сегодня 19 мая, Московская область. Это моя стеклянная теплица, в которой растут перцы и огурцы. Меня не было 12 дней, я уезжала в отпуск и попросила эту теплицу полить хотя бы два раза. Ну, знаете, растения не засохли, это уже хорошо. На этой грядке растут огурцы. В принципе, не в плохом они состоянии. Единственное, листва, конечно, бледновато, но, знаете, это из-за того, что когда я высадила рассаду и затем уехала, я закрыла полностью эту сторону теплицы и сюда еще накинула плотной укрывной, чтобы притянить. И по-хорошему бы это все снять надо было через 3-4 дня, когда растения приживутся. Но так как меня не было, никто это не сделал, поэтому огурцам было темновато. Сейчас все я открыла, поэтому они сейчас зазеленеет, в общем, все будет хорошо. Вчера я единственное по приезду пролила их вот таким вермикомпостом на лошадином навозе, и все, больше ничего не делала. Сегодня вывезла все свои баклажаны, это уже из квартиры, они у меня на окне так и стояли. Вот, по приезду я их вчера уже вывезла сюда. Поставила в хорошем состоянии, но, знаете, смотрю, вчера на ночь остались в деревне, но ночи жутко холодные, наверное, градусов 9 вчера было, буквально, и не знаю еще, но баклажаны уже нужно высаживать, буду это делать в открытый грунт, сделаю специальную грядку, но это я уже покажу, даже рассказывать нет смысла, и буду потихоньку на неделе их высаживать на этой. Вот перцы в контейнерах, тоже все хорошо, все в бутонах, все цветут, все в перчинках. Смотрите уже какой перец, это Рамира у меня. Там тоже все хорошо. Здесь тоже все в перчинках. Вот перец бы в этих контейнерах по-хорошему бы и вынести можно было бы, но ночь холодная, вообще очень холодно. Смотрите, этот Рамира уже больше руки моей ладошки. В общем, все растет. Это перец острый тоже начал набирать бутоны, поэтому его уже вот-вот нужно выносить на улицу. Горошек тоже, в принципе, нормально. Но видно по растениям, что не хватало влаги. Потому что перцы и огурцы, они, конечно, водохлебы. Их нужно постоянно поливать. Это не помидоры, не томаты. Вот, и здесь уже вот перчинки маленькие. Перцы тоже, все с ними хорошо. Здесь у меня посажен базилик. Тоже его поливала. Ну, пролила вчера вечером, все хорошо. И перцы, и огурцы еще раз пролила. Ну, хорошие, аккуратненькие кустики. Базилик тоже у меня скоро отойдет. Все нормально. Я его буду поливать каждый день, да через день. И он пойдет, у него зеленая масса. Здесь вот два дня уже рву. Каждый день делаю салаты. Салат нарос. Здесь у меня тоже базилик. Здесь вот он в тени немножко. И он себя получше чувствует. Видите? Позеленее. Так. Вчера рано-рано утром я сделала зеленое удобрение. Вот так это все у меня выглядит. Смотрите, здесь бочка у меня на 200 литров. Что я сюда добавила? Больше, чем пол бочки у меня крапивы. Не разнотравья, а именно крапивы рубленой. У меня ее растет очень много, особенно вдоль канавы, которая находится у нас на территории участка. Я верю в чудотворную силу крапивы, которая помогает растениям расти, развиваться и плодоносить. Поэтому я ее люблю и поэтому стараюсь ее только использовать. В общем, крапива. Затем пол вот такого ведра у меня золы. Вот пол ведра осталось, пол ведра сюда высыпала. Ведро конского навоза. Залила все это я водой, но не полную бочку. Оставила здесь сантиметров 15, когда она будет бродить, чтобы шапка поднималась и все это через края не выливалось. Это вы скажете, наверное, в теплице стоит вонь. Нет, вони вообще нету.
Я когда-то делала так, такое зеленое удобрение. Действительно, вонь, конечно, жуткая. Уже на третий день вонь стояла невообразимая. Поэтому эту бочку я всегда держала на улице. То есть она у меня где-то возле теплицы всегда стояла, и она там воняла и воняла себе, да? В этот раз я бочку поставила прямо в теплицу. Смотрите, и добавила такой препарат бактерии, это сияние. Сияние номер один. Один, буквально сюда добавила один пакетик. Сейчас покажу. Вот в таких пакетиках. Разбавила все по инструкции, там все можете прочитать, я сейчас даже об этом говорить не буду, как его разбавлять. Разбавила и внесла сюда. Хорошо перемешала, накрыла вот такой крышкой. Это я сделала вчера рано-рано утром. Накрыла. Сегодня я это раскрыла. Это у меня стоит теперь в раскрытом виде. Вот оно уже начало играть, видите, пена поднимается. Я беру тяпку, ну, в общем, ну да, тяпка она называется, плоскорез. И он получается на ручке. Я перемешиваю периодически, подхожу, так немножко помешаю, прям до самого дна, просто чтобы доставать и поднимать это все и перемешивать. И все. И знаете, стоит запах такой, стойкий запах кислинки, знаете, такой травяной кислинки. Никакой вони абсолютно нет. Это просто замечательная вещь. Вот добавлять, если сюда бактерии, никакой вони не стоит. Это просто здорово. Держу ее открытой. Почему? Потому что вот все-таки я думаю, что это уже не первый год я так делаю. Я всегда делала это, ставила вот так между в дорожках, в ведрах я делала вот этот раствор, зеленое удобрение. И в ведрах так, ведер 4 или 5 поставлю, и у меня в дорожках это все стоит. Это, я считаю, что хорошо влияет на развитие вот огурцов и перцев вообще, и баклажан. Потому что, когда она начинает играть, выходит вот этот углекислый газ, газы, да, и они благотворно влияют на развитие вот этих культур. Поэтому ставлю теперь в теплицу, и все вообще замечательно. И самое главное, нет запаха. И буквально завтра я сюда приеду, потому что растения у меня все пролиты очень хорошо. Не просто я их, так, знаете, с леечки по чуть-чуть полила, я их очень хорошо пролила. Растения, как перцы и баклажаны, и огурцы, я поливаю с бочки. Той, что у меня находится сейчас в теплице, в большой. Я сюда приношу эту воду и поливаю теплой. Смотрите, видите, уже какой раствор получается. Практически готовы. И растения у меня пролиты. Я завтра приеду и пролью все. И перцы, и баклажаны эти, которые у меня в рассадных пакетах, и огурцы, и все, что в пакетах, и, конечно же, томаты. Сейчас мы пойдем еще в томатную теплицу, я вам покажу, что там творится. При поливе на одну лейку воды я добавляю два таких горшка рабочего раствора. Ну, этот горшок примерно по пол-литра. В общем, литр на одну лейку. Если при каждом поливе добавлять зеленое удобрение и отпаивать огурцы или перцы, те же томаты, то растения через неделю уже будут не узнать. Будет шикарная у них зеленая масса и полно и завязи, и, соответственно, урожай будет хороший. Растительные остатки, которые остаются в бочке после использования зеленого удобрения, я никогда не использую дважды. Я просто раскладываю их под деревьями. Здесь вроде бы я все показала. Пойдемте покажу я вам стеклянную теплицу с томатами. Это моя вторая стеклянная теплица, где растут высокорослые томаты. За время моего отсутствия она пролилась один раз. Ну, растение, в принципе, тоже выглядит хорошо. Единственное, конечно, были заросшие пасынками. Я вчера все обработала, сформировала. Видите, какие они были большие. Оставляю пенечек буквально в 1-2 сантиметра. Формирую растения в два стебля, значит, вот первая сформированная кисть, и под первой кистью я оставляю второй стебель и веду в два стебля, вот так на распорку, и каждый стебель у меня
подвязывается. Я не использую ни колышки, ни палочки, ничего подобного. Я растения только подвязываю на нить. Для меня это самый удобный вариант. Вот то же самое. Вот растение. Главный первый стебель. Сформировал он первую вот кисть. Из-под первой кисти идет пасынок. Это будет уже второй стебель. Тоже подвязывается каждый отдельно. Вот так. Здесь у меня всего лишь несколько растений, которые будут идти в три стебля, потому что пасынки уже были большие и с цветами, поэтому не стала убирать. Вот идет стебель, сформировалась, вот она кисть. Из-под кисти идет второй стебель, уже тоже сформировал кисть. И еще один стебель, который весил в бутонах, поэтому уже не стала убирать. Но у меня здесь всего лишь два или три растения таких. Это как раз у меня малахитовая шкатулка. Здесь я приготовила лук на зелень. Буду высаживать сегодня. Замочила. На часик, на два всегда замачиваю. А этот лук, видите, уже так хорошо нарос. Я его большинство буду сегодня убирать, потому что хочу пирожки сделать с яйцом и с луком, испечь. Здесь у меня уже хорошие томаты. Это сорт Сержант Пеппер. Это из серии черных. Все томаты, все в бутонах и все цветут. Сегодня утром я встала и очень хорошо все томаты я пролила. Здесь у меня низкорослые, это для ранней продукции. Ранние, маленькие, они до 30 сантиметров. Смотрите, какие смешные томатики завязались. Они такие с таким хвостиком, с пипкой такой. Это называется утенок. Они желто-оранжевые, очень сладкие и урожайные. Ну, как заявляет производитель, это для меня новый сорт. Я так их посадила среди высокорослых, несколько штучек. Это для раннего урожая, в общем. Здесь вот еще тоже низкорослые. У него такие интересные листики. Вот. Вот такие красавцы у меня. Это у меня лобели, такая красивая-красивая. Яркая, это не вьющаяся, кустовая. И занесла здесь тоже подвесных кашпо. Смотрите, какая прелесть. Густая такая. Это она еще не наросла, а так она будет такой вот шапочкой красивой. И там у меня еще кашпо. Ну и здесь тоже у меня томатики. Подвязала, все хорошо. Некоторые томаты перед отъездом я не успела подвязать, поэтому, конечно, сегодня я их довязала. Немножко деформировался стебель, то есть он такой становится зигзагом. Если его не натягивать, стебель не вытягивать ввысь, то он немножко деформируется. Но ничего страшного, он выпрямится, все будет хорошо. Это вот томат Южный загар, это у него такая вот поникшая листва. Это не то, что там у него влаги не хватает. Это вот он сам по себе вот такой вот весь, знаете, как будто устал. И листва у него такая гофрированная, такой путается весь. Так что теплица у меня сегодня утром очень хорошо пролита. Что буду делать? Я завтра вечером приеду и полностью томатную теплицу и теплицу с перцами и с огурцами буду проливать, вот разводить зеленое удобрение. Все-все пролью. Здесь у меня, как я уже сказала, стоит бочка с водой, я набираю. Это для огурцов и для перцев бочка у меня. Стены у меня прикрыты укрывным, это 17-я плотность, чтобы все-таки они не горели. Вот ни один листик, вот честно вам сказать, ни один у меня от солнца не подгорел. Хотя вот мои здесь рассказывают, что были жаркие довольно-таки дни. Вот так у меня выглядит томатная теплица. Ну, знаете, все хорошо. Самое главное, из растений никто у меня не погиб. Я вообще отдохнула шикарно, поэтому все отлично. Привезла я кое-какие покупки с Адлера, ну, собственно говоря, где я отдыхала. Я вам покажу, ну, то есть растения я там купила, буду вам показывать, но это уже в отдельном видео. А у меня на сегодня все. Я желаю вам всего самого хорошего и всем пока!